древние города, куда вы можете отправиться в наши дни. Иерусалим в Израиле. Именно здесь происходили многие события Библии. Иерихон, Палестина, где тот самый дьявол искушал Иисуса Христа во время его уединения. Пловдив, Болгария. Здесь множество римских построек, амфитеатр, античные бани, фракийские постройки. Ливан, Бейрут. Тут есть все, от восточных базаров до ароматных французских круассанов. Бывает очень жарко, а бывает можно кататься на лыжах. Сузы, Иран. Это было самое могущественное государство древнего мира. Можно увидеть руины многих дворцов. Афины, Греция. Расположены более 200 музеев. Театр Диониса, древняя библиотека, Афинский Акрополь, Чечен Ицца. Мексика. Пирамида пернатого змея Кукулькана. На ее вершине находится святилище. На каждой из четырех сторон пирамиды есть лестница высотой в 91 ступень. Говорят, если встать рядом и похлопать в ладоши, эхо ответит криком птицы.